Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня мы будем делать летние украшения из перламутра. Вот у меня тут белые, разные оттенки бордовых, розовых. И сами бусины разные по размеру. По цвету есть совсем маленькие, вот такие, есть покрупней. Вот с чего, вот я с чего всегда начинаю. Я начинаю собирать элементы. Вот я уже тут начала. Рамочка для бусин. Туда пин вставляется с колечком. Вставляется бусинка одна, одевается на пин, вернее. И потом загибается колечко. Вот эти бусины я не стала делать пин, чтобы была здесь, ну, стержень железный. Вот, я их туда. Сейчас я вам покажу. Кому это интересно? Чтобы не было, вот, сейчас пока, чтобы не было вот такого. Видите? Сейчас я их... Я беру пины без колечка, а вот такие, как гвоздики, со шляпочкой. Отрезаем лишнее. И делаем колечко. Вот. И с другой стороны также. И тогда они будут очень симпатично смотреться. Серединка у них пустая. Вот. Эти тоже по такому же принципу. Тоже без колечка. Вот так вот. Так. Ну, а вот эти плоские бусинки. Просто пин. Вставляется сейчас. Длинная. Просто вставляем пин туда. Я уже много раз говорила, если вы делаете колечко на бусине, у вас одно колечко должно быть вот так параллельно, а второе перпендикулярно, если можно так сказать. Для того, чтобы они не закручивались. Ну вот. Вот сейчас я все это соберу. Так. Вот эти маленькие. Сейчас посмотрим, где они тут. Так. Господи. Вот эти мне не очень нравятся. Видно вот эту металлическую часть много, в отличие вот от этой. Вот это мне больше нравится. Нет, видимо, я их не буду сюда. Вот. Ну и сейчас я говорю, я сейчас вот эти все это соберу. Все это одену на пины. И потом будем собирать. Делать я буду, наверное, асимметричные. Сейчас это модно, да и интереснее. Я не люблю простые бусы. Нет, иногда приходится делать на заказ. Но я не люблю. Мне интересны более такие. Посложнее, поинтереснее.
Вот. И пока я еще не знаю, есть у меня вот такой, такая подвесочка. Не знаю, сделаю я ее, не сделаю. Это всегда в процессе видно. Ну вот, вот так вот работаешь и работаешь, потихонечку собираешь. Вот. Я не буду тратить ваше время драгоценное. Соберу, потом будем уже в общем делать. Ну и теперь будем собирать. Так как я загибала колечки не до конца, тут остается. Мы вставляем другое колечко, другой бусинки и зажимаем. Сейчас. Так. Да, инструмент может быть неэстетично выглядит, но он проверенный, старый и проверенный. По-моему, ни для кого не секрет, что сейчас вообще не знаю, с какого металла делают. Ну, вот так. И вот так собираем. А уж в каком порядке, это вам виднее. Я делаю асимметрию. Ну, не то, что не сказать, что абы как, но я так немножко-то продумываю, конечно, но все-таки. Вот. Буду собирать. Мои хорошие, почему я показываю вот именно эти бусы, украшения, как хотите назовите? Потому что они несложные в сборке. Может быть, кто-то заинтересуется и тоже начнет заниматься украшениями. Это будет очень хорошо. Так, ну а я потихонечку собираю. Украшение это будет длинное, наверное, 80 сантиметров. Потом это еще мало. Потому что я люблю длинные украшения. Сатуары. Сатуары, они вообще от 1,20 м до 1,80 м. И вот длинные украшения 80 сантиметров. Почему я люблю длинные? Они вот как хотите, а делают все-таки женщину повыше и постройнее. А тем более, как мы лапоньки, как я смеюсь, четвертой молодости. И шейки-то у нас не лебяжьи. Вот, а так одел украшение подлиннее, и кажется, что ты прям стройна и высока. Ну, а сзади на шею я уже пущу вот эти бусинки. Такие поменьше, ну, уже размером. На самую шею сзади. Все по тому же принципу, девочки. Берем пин с колечком. Такой. Вставляем. Отрезаем. Говорю, сборки, они очень простые. Весь, собственный эффект как раз вот от этих бусин, от колец. Вот. Ну, сейчас посмотрим на манекене.
Девочки, простите, что руки такие. У меня частный дом. Те, кто не знают, участок. Я еще и цементом занимаюсь. Поэтому тут руки уже просто не отмываются. Так, сейчас посмотрим. Так, ну я попробую, посмотрим, как будет смотреться. Вот сюда между двумя бусинами я одела бейл, на него колечко. И сейчас нужно как-то измудриться, но, может быть, даже и колечко маловато. Видимо, нужно побольше кольцо. Сейчас поищу колечко. Попробую, подвешу, посмотрим, как получится. Снять недолго. Вот такие кашпо я всякие делаю, большие и маленькие. Вот такая ракушка. Грибы. Кашпо. Украшаю свой участок. Как могу и чем могу. Поэтому и руки такие. Ну что же, мои дорогие, украшение готово. Пойдемте смотреть на манекене. Ну что же, вот что у меня получилось. Вы знаете, мне это чем-то напоминает, когда идет инаугурация президента, вот на него что-то такое одевают, королевское. Ну что же, милые, я жду ваших комментариев. Как вам такое украшение? Если кому-то понравилось и нужно будет сделать серьги, я сделаю серьги кольцами еще. Спасибо всем за внимание. Еще увидимся.